Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня офигенный сет от Япоши. Я вообще очень люблю их роллы, всегда очень аппетитно, красиво. А как пахнет, это просто сказка. Здесь у нас Филадельфия, Аляска, бонса и вот такие вот запеченные с креветкой. Достаточно крупные и очень красивые. Я думаю, в декабре самое то. Кстати, у них 9 сетов сейчас на скидке, поэтому этим обязательно надо пользоваться. А на этот сет вы можете получить скидку 10% по промокоду AYNUR. Обязательно говорите этот промокод, а то частенько такое бывает, что девчонки потом мне пишут, что ой, никаких скидок там нету, что ты врешь. Вы просто не говорите промокод. Обязательно его нужно озвучить, потому что у них на странице эти роллы стоят 32 маната, а вы можете их получить за 29. Поэтому обязательно... обязательно пользуйтесь. Бонса я пробую впервые. Очень вкусно. Пить мы будем спрайт. На этот сет 10% скидка до конца января. А там у них еще другие сеты есть новогодние, но заказы принимаются только до 30 декабря. То есть на 31 они уже берут предзаказы. Поэтому учтите этот момент обязательно. Надо это подумать, потому что в новогоднюю ночь без этих роллов будет достаточно сложно. Очень вкусно. Вот это вообще пушка. Очень классный ролл. Мне вот он понравился. Сверху тут креветочка. Безумно в тему. Вот эти вот бонсай нигде не пробовала. Обалденно вкусно. Сегодня, как вы понимаете, у нас пир на весь мир. Попробуем еще вот эти с креветочкой. Я уже потихоньку вовсю начала водить. Впервые я выехала без брата. И тут Альбин на меня так смотрит. Ну да, я немножко там врезалась. Немножко. Совсем. Все приходит с опытом. Я ничуть не жалею, что я взяла именно эту машину. Первая машина дороже не нужна. Можно было даже подешевле что-то взять. Какой-то эконом-вариант. Ну, хотя бы на первое время. Хотя я смотрю, некоторые прям сразу садятся за руль дорогих автомобилей. Ну, наверное, кому-то дано, кому-то нет. У меня, например, родной брат просто сел за руль и поехал. У него не было ни инструктора, ни особо папа его не водил, не учил водить. И вообще, мой инструктор сказала, что мальчикам вождение дается намного проще, чем девочкам. Они просто садятся за руль и едут без никаких проблем. Представляешь? Очень вкусные роллы. Действительно, просто сказка ролла. Ссылочку я вам обязательно оставляю на Япошу всегда. Переходите, подписывайтесь, заказывайте. У меня вообще все знакомые
родственники все заказывают только у Япоши. Еще я видела комментарий по поводу того, что девчонки спрашивали, как там с квартиросъемщицами. С квартиросъемщицами все пучком. Никаких проблем нету, всегда оплата вовремя. То есть я настрадалась, но теперь никаких проблем нету, я безумно рада этому. Слава богу, все хорошо. Единственная проблема – это парковка. У нас во дворе нету места. Куда ставить машину, если ты приезжаешь, например, в 11 или в 10? У нас машины просто стоят в три ряда. Если кто-то хочет выехать, там начинается сигналить, нужно номер оставлять. В общем, очень сложно это все. Действительно, нету места, очень много машин, с каждым годом становится все больше и больше, в каждой семье по несколько машин, и когда нету подземного паркинга, это становится безумно сложно. Пять зданий. Стоят все рядышком. Двора почти нету. Где оставлять машину? Пока что я не сталкивалась с этой проблемой, просто потому что я приезжаю вовремя. А если приехать, например, в 10, вот куда деть машину, я просто не знаю. Брат говорит, что оставь свой номер, чтобы, если что, они выехать не могли. Альвин такая пока мне на голову поставит машину. Нет, реально, это огромная проблема на самом деле. Я поняла, но вот твоя физика, зачем спрашивать такое? Прямо они тебе выходные идут. Я рассказываю о своих проблемах. В общем, такие вот дела. Как вы уже поняли, я здесь не одна. Неужели? Да, здесь моя племяшка. Мы обе любим роллы. Причем Альбина полюбила их сразу, а я нет, я со временем. Мама тоже уже в последнее время ест роллы, но только вот эти. Это другие есть, Твикс. Твикс оливки кушает и рыбку с Филадельфии. Короче, вот такие вот дела. Ну, а так, все хорошо. Сделала еще один огромный заказ Шейна. И вы знаете, мне так приятно, когда я читаю в комментариях, когда подписчицы пишут: правильно сделала, одежды лишней не бывает. Да ладно, не парься. Я обожаю, когда так пишут. Что сейчас произошло? Ролл просто искупался в соусе. Этот сет на два человека, на два адекватных. Есть еще один. Это так и будет купаться он там. Я бы рядом с собой тоже хотела видеть такого человека, например, мужа. Например, я буду заказывать до хрена какой-то фигни, чтобы он мне говорил: заказывай, лишь бы ты была счастлива, лишь бы это тебе приносило удовольствие, а не говорил: сколько можно, да ты достала покупать фигню. Я смотрю блогера, у нее, наверное, где-то 30 палеток теней, даже не 30, а 50.
И до конца жизни она все это не закончит. И ее муж пошел там за продуктами в магазин, там Магнит Косметикс или куда-то. И, в общем, он ей купил еще одну палетку со словами, что «такой вот у тебя нету». И они вроде бы живут бедно, но вот в этом, мне кажется, заключается и счастье, взаимопонимание. Ты не согласна со мной, Альбина? Муж должен поддерживать, да? Мне до этого еще ого-го. Ого-го, и хорошо-то. Конечно. На, вот эти тебе нравятся, Альбина. А вот эти я поем, потому что их Альбина не любит. А мне пофиг, что есть. Мясорубка. В общем, взаимопонимание – это одно из самых главных. Я поближе к тебе так поставлю, чтобы тебе было удобнее. Креветка. Для каждого рациональный расход денежных средств – это одно. Например, мама меня не понимает. Мама говорит, зачем столько одежды? А я получаю столько эмоций, когда распаковываю это все, когда покупаю, когда меряю. И когда одинаковый маркер покупаешь. Да, много у меня одинаковых. Узнать еще. Кого ждем? Ты мне рассказала историю. Про что? Говорит, мой отец же говорит, ставь свой номер, так? И твои опасения какие были? А вдруг мне мужики начнут звонить? А, да, кстати. Ее отец, мой брат, сказал, что поставь просто свой номер, когда ты в три ряда ставишь машины. Если кто-то хочет выехать, и ты кого-то закрываешь, они просто тебе ночью будут звонить, что «убери свою машину, да ты задрал ее ставить рядом с моей». В общем, тебе так звонят утром, или ну когда человек хочет выехать. Нужно оставить номер, брат сказал, а я боюсь, что мне будут звонить, ко мне будут подкатывать, кому я нужна. Но брат говорит, тогда оставь мой номер. Давай твой оставим. Если что, ты отгонишь машину туда. Я полностью не согласна, что мальчики быстрее осваивают. Просто парням пофиг, что дальше будет. Разобьют машину, ну разобьют. Дальше что? Им все равно. А девочки думают. А машина-то дорогая. Как я ее потом починю? Ну, мне кажется, у нас просто страх есть. Мы просто думаем. Вообще, Альбина всегда выступает за права женщин. Когда обижают женщин, ее это злит. Как можно обижать женщину? Злит, я пойду и этот покажу место. Где место? Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Его мы снимаем совместно с Альбиночкой. Ссылочку на Япошу я обязательно оставлю. Не забывайте говорить про промокод. Промокод у нас Айнур. По нему вы получаете 10% скидку только на этот сет. Но плюс еще там у них на странице 9 сетов с разными скидочками. Вот, поэтому обязательно до 30 числа обязательно заказывайте. Пользуйтесь этим всем, потому что реально роллы очень вкусные. Я очень часто у них заказываю и остаюсь всегда очень довольна. Поэтому вы тоже обязательно заказывайте. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю. С вами была Айка. Пока!